Дмитрий Саашвили, Пингвинс, Дим, ну давай твои комментарии по матчу. Крупное поражение, наверное, к сожалению, ожидалось это, да, прогнозировалось. Но за первый тайм, наверное, точно команду можешь поблагодарить. В целом неплохо все было. Да, спасибо Артику за игру, спасибо тем восьмерым ребятам, кто сегодня доехал, перебрал всю заявку, вот абсолютно всех вызвал. Да, там, как всегда, традиционно в субботу отвалилось, человек 5. Короче, еле-еле с большим трудом собрали восьмерку. Большое спасибо вот именно этим ребятам, да, кто у них боялся Артика, да, там, кто приехал биться. И до какой-то поры до времени, да, там это получалось. Да, первый тайм можно занести нам актив. Во втором тайме даже сравняли счет, 1-1 стал, но, к сожалению, серия грубых ошибок. Ну, просто сами вот все привезли. И после этого, конечно, уже руки опускаются. Поэтому, да, наверное, никто сегодня победу над Артиком не ожидал. Очень важная игра будет следующая за выход в плей-офф с Атлетико. На ней уже и думаем. Наверное, и опять же, если на следующий тур немножко так вперед прогнозировать, да, может быть, там и состав будет получше, и скамейка, и мини-футбола нет в следующие выходные. Поэтому все мысли как раз об Атлетико. Ты сегодня говорил, там уже Гоша карточку, да, не получить. Да, я уже всех ребят, мини-футболистов, еще за 2 недели сказал, чтобы они ничего не планировали. Для нас это матч жизни и смерти, поэтому они должны быть все против Атлетико. Я надеюсь, что мы увидим совершенно другой состав, да, там, и да, сможем наконец-то обыграть хоть, ну, на этом турнире хоть одну команду из Суперлиги. Ну давай, ложка дегтя, наверное, да, все-таки приятно, что Лёва Титов ворота своей родной команды не поразил. Мне кажется, Лёва такой задачи не было. Артик играл, насколько позволяли мы, да, там, ну, не то, что... Короче, Артик играл, прекрасно понимал, да, там, много игр у них таких уже, да, были, прошли, что, да, я думаю, не сомневались, да, что 8 человек в концовке дожмут. Играли, из штанов не выпрыгивали, рационально, ну, Лёве, ну, спасибо всем ребятам за игру, да, хорошая была, корректная, без какой-то грубости, поэтому... Не знаю, мы сыграем с ними в сезоне в Суперлиге, не сыграем. Там много вопросов по Артику и по нам. Но все, еще раз всем моим парням спасибо. Все, спасибо, Дим. Олег Савченко, Артик. Олег, ну, во-первых, с возвращением. Каково это, не играв полгода, что скажешь? Спасибо. Да нормально, в принципе, что рабочая обстановка. Заявили на такой матч, в принципе, да, где соперник не самый сильный. Так что начинать надо потихоньку, начинаем. А сколько готов сейчас вообще, в принципе, играть в целом? Как нагрузки переносишь? Ну, готов, наверное, процентов на 50, вот, по нагрузкам тоже, там, если кроссфит брать, там, зал, то пока тяжеловато, а, в принципе, игровые тренировки с мячом, нормально. В сегодняшнем матче в первом тайме что, долго так раскачивали, просыпались, 1-0, всего лишь скромно, на самом деле, там и соперник мог повести? Ну, не этот, начали без какой-то концентрации особой, вот, поэтому отсюда результат, да, там, чуть-чуть где-то не дорабатывали, где-то не доиграли, соответственно, там, свои моменты не забили. Ну, плюс, там, штанги, вратарь спас у них, то есть, ну, могло бы все начаться первыми двумя быстрыми голами, и, соответственно, там, игра другая была, уж сложилась бы. А так, парни бились восьмером, да, конечно, им спасибо. Ну что, Олег, спасибо, все, да, с возвращением еще раз победы. Спасибо большое.